Всем привет, дорогие подписчики, с вами Аква3D. И сегодня в нашем обзорчике будет наш аквариум на 175 литров. И, ребят, какие тут произошли изменения? В принципе, мы побороли нашу черную бороду. Можете сами видеть, уже ее почти не осталось. Но здесь вот немножечко на Валиснере, на спиральной остатке. И на Анубиасе. Ну, я, в принципе, это уже мелочь. Итак, по рыбе. Я сюда посадил, видите, Малинезий, Лиру. Их, в принципе, взял 3 штучки. Но сейчас одна самочка в отсадничке сидит. Ждем пополнения. И также, ребята, сюда я добавил... Гляньте, кого. Апистограмма какаду. Вот он, самец красавчик. А вот она, самочка. Ну, еще молодые. Пускай подрастают. Ну, по анцикам у меня все так же. Все те же, как говорится. Вот одна ред. Там он самец, как обычно, сидит в трубке. Готовит гнездышко. Вот ларикария моя. Также сюда добавил я, ребята, нимфоиды с болотны. Ну, вот этот вот кустик. Он был, конечно, покрупнее. Но я старые листы поубирал, потому что оно понадавало отростков. Отростки я повысаживал. Некоторые, конечно, совсем маленькие. Но ничего страшного. Это все подрастет. Будет замечательно все. Роголистник он посадил я в правый угол. Закрыл, так сказать, им фильтр. Ну, температурка у нас, ребята, здесь... Так, сейчас, ага, вот 25 градусов, замечательно. Также я кинул трубку вот эту вот маленькую для пистограмм. Кстати, самец очень любит там сидеть. Вот, самочка почему-то туда не залазит, в основном самец там сидит. В общем, ребят, вот такой у нас ролик получился, обзорчик на наш аквариум. Подписываемся на наш канал, подписываемся в группу ВКонтакте. Ставим пальчики кверху. Пока-пока.